Это очень тяжелый спорт, правда, потому что, если подумать, то у нас вся программа на задержке дыхания. Это вроде бы всего лишь 4 минуты, но когда ты заканчиваешь программу, ты практически умер. Мне кажется, что все-таки 6 медалей на чемпионате мира нашей сборной, и тем более очень жаль нету Анны Волошиной, которая приложила руку к каждой из этих медалей. Ну, не заметить, мне кажется, было бы сложно. Причем 5 бронзовых и 1 серебряная. Про нее ничего не сказали, но она тоже есть. Ну, изменения произошли. Я закончила свою спортивную карьеру. Девочки выступают сейчас немного в обновленном составе. Незначительно, конечно, не так, как это после Олимпиады, но немножко обновился, и отлично началась мировая серия с первыми местами. Все стабильно. Все эти победы не сразу, не в один момент достались. Поэтому после каждой просто поднимаешь немножечко планку и идешь к следующей, поднимаешь еще к следующей. Ну и есть еще олимпийская медаль, которую бы хотелось, но я думаю, что у девочек все впереди. Мне кажется, когда ты стоишь на пьедестале, это такой адреналин, которого все время хочется и хочется получать и получать. Поэтому, наверное, в этом тоже, так сказать, есть своя мотивация очень сильная. Скорее всего, я займусь тренерской деятельностью. Я уже начала понемножку, мне нравится, мне интересно. У меня пока только 2 девочки, но они достаточно, они взрослые. Вот мы потихонечку. Они не только начали тренироваться, конечно, они начали с детства, просто сейчас мы начали вместе работать с ними.